Я поведу кэтмобиль. Не бойся, Кэтбой. Мы сделаем тебя прежним. Но нам нужен план. У меня есть план. Будем ездить вокруг злодеев, пока у них голова не закружится. И тогда я захвачу уменьшитель. Но уменьшитель большой, а ты очень, маленький. Не волнуйтесь, то, что я стал чуть меньше, не значит, что что-то надо делать иначе. Вперед! Что значит скрылись? Где герои в масках? Сделай так, чтобы у них голова закружилась. Что? Я сам виноват. Теперь я маленький и совершенно бесполезный. Ты не бесполезный. Ты можешь помочь нам вернуть уменьшитель. Как? Я же крошечный. Кэтбой, я тебя не вижу. Я ведь на него не наступил. Видите? Я настолько маленький, что почти не видим. Стоп, я знаю. Вместо того, чтобы расстраиваться, мы можем это использовать. Если будем действовать вместе! Настало время героев! Держись, котеночек! Ты не посмеешь! Лунная девочка, опусти меня на землю! Опустить? Хорошо! Я поймаю! Нет, я его поймаю! Я поймаю, Олег! Предоставь это мне! Я поймаю! Ха! Кучка героев! Счастливо! Теперь, когда я от них избавилась, украдем все, что здесь есть! Надо ее остановить! Я легко с этим справлюсь! Стой! Надо работать командой! Так, сначала поглотим карусель! Не выйдет! Что? Я тебе покажу, пернатое создание! Поймай, если сможешь! Остановись! Пожалуйста! Супермышка Гекко! Надо уничтожить лунный шар, чтобы она больше не могла похищать игрушки. Постой! Сначала посмотрите, что я умею. Эй! Перестань! А, Олет, подай мне шар! Я подам! Сейчас! Гоу! Получилось! Нет! На помощь! Ха-ха! Я поймала пташку! Привет, бабочка! Полетаешь со мной? Ну же, летим домой! А? Ты такая красочная бабочка! А какой цвет твой любимый? Этот или этот? Вы такие медленные! Нам нужна кошачья суперскорость! Эй, а куда подевалась? Поймал! Что? Ты обращаешься с ней очень грубо. Ей это совсем не нравится. Зато было очень быстро. Нужно многих поймать. Смотрите. Ну ладно, займемся этими ребятами. Бабочки, летите сюда. Да, за мной. Вам нравится красный, зеленый, синий или все сразу? Кошачья суперскорость. И раз, и два.
и три! Да! Кошачьи усы! Неплохо получилось! О! Кэтбой, будь повежливей! Бабочкам очень не нравится твое поведение! Но я им помогаю! Так, где лунная девочка и остальные? О, смотрите! Это же мотыльки! Улетайте! Вы мне больше не нужны! Итак, герои в масках, вперед! Вы плохо работали, глупые мотыльки! Пора мне найти новых сборщиков бабочек! Вам отсюда не улететь, прекрасные бабочки! Не так быстро, лунная девочка! Герои в масках пришли, чтобы забрать бабочек! О, ладно, мотыльки! Даю последний шанс! Избавьтесь от этих вредных героев! Мотыльки заняты, лунная девочка. Клянусь девятью жизнями, ты меня не остановишь. О, ты вовремя. А ну вернись! Что нам делать? О, быстрее, нужно помочь Кэтбою. Кошачий суперпрыжок. Младенцы-герои, кажется, вам уже пора спать. Кэтбой, злость тебе не поможет. Да, ну хватит, будь спокоен, как учитель Фан. Прекратите просить меня не злиться. Я хочу быть рассерженным. Отвлекайте ниндзя Лина, пока я не достану меч. Ночной ниндзя. Что? Поверить не могу, что Кэтбой разозлился на нас. Я тоже. Эй! Тебе никогда не стать таким, как учитель Фанк. Что, правда? А учитель Фанк может так. О, нет! Помоги! Кэтбой, помоги! Немедленно сотрите эту запись! Не трогай, это мое! Ниндзя Лино, избавьтесь уже от этих суши-роллов! Кэтбой, помоги! Нет! Гекко! Помоги нам, Кэтбой! Не могу дышать! Нет! Помоги! Хватит прохлаждаться! Переходим в другое место! Я не могу пойти за ночным ниндзя и спасти Алета Гекко! Он меня обманул! Алет была права. Злость мне не помогает. Я не должен был сердиться на нее и Гекко. Время быть героем и оставаться спокойным, как учитель Фанк. Эта статуэтка просто идеальная. Почему вы не принесли ее? Теперь она моя, а все остальные некрасивые старые игрушки я верну. Вы это слышали? Она вернет все вещи, а отдай сову оставить себе. Это же здорово! Ты все равно должна была отдать ее кому-нибудь. Да, отдай ее лунной девочке, раз она этого хочет. И дело в шляпе. Это именно то, что мне нужно в лунном логове. Она потрясающая, она красивая, она... Моя! Что? Все-таки это оставь, сова. Ну, раз так, то я оставлю себе все, что уже украла. И наберу еще, вот увидите. Я забрала свою сову, ура! Нужно остановить лунную девочку. Остановим, нет проблем. Что бы она ни задумала, герои в масках ей помешают. Вон она, направляется в музей. Герои в масках, вперед! Нет, все эти вещи намного хуже той статуэтки! Продолжайте искать, мотыльки! Может, ты просто отдашь ей эту сову, Алет? Нет, эта статуэтка только моя! Ладно, тогда попробуем это! Кошачья суперскорость! Вперед, мотыльки! У нас мало времени...
двери закрыты, лунная девочка. Ты в ловушке. Что, правда? Лунная доска! Сейчас разбудит! Остановим ее! Не нужно бросать кукол на землю! Какие же они красивые! Вот так марионетки! Потанцуйте и помашите моим друзьям! Отойди, лунная девочка! Нельзя будить лунатиков! Я не хочу его будить! Я хочу поиграть с ним! Иди к лунной девочке, кукла! Нет! Уйди с дороги! Гекко, отложи марионеток! Ты нам нужен! Сейчас приду, ребята! Идем, марионетки! Я должен помочь своим друзьям! Теперь он мой! Совиные суперкрылья! Кошачий суперпрыжок! Попался, смешной мальчик! Вот так! Сидите здесь! Вам будет удобно! Я уже иду! Посмотрите! Он выглядит как гуляющий динозавр! Храпящий динозавр! Я буду называть его... храпозавр! Ого! Лунная девочка отлично управляет им, как марионеткой! Гекко, нам нужно забрать лунный магнит, но нельзя будить Кэмерона! Он не попал бы в беду, если бы ты не возился с этими марионетками! Ты с нами, Гекко? Да! Конечно! Прости! Итак, готовы, герои в масках? Совиные крылья! Ладно, Кэмерон, отправим тебя в постель. Так, как эта штука работает? А! Гекко, что ты делаешь? Пытаюсь помочь Кэмерону. Как тебе? Я большой храпозавр. Я топаю домой спать. Ну же, сюда! Ой, прости, сюда! Гекко! Может, хватит уже? Нет, все хорошо! Теперь я могу управлять Кэмероном! Отпусти меня, кот! Не могу удержать! Вот вы и попались! Ха! Думаешь, твоя жалкая машинка сможет остановить мой ниндзя-автобус? Этот автобус выглядит суперкрепким. Возможно, я один не справлюсь. Мы поможем тебе, Гекко! Все в порядке, Гекко! Я здесь! О, нет! Я застрял! Помогите! Гекко, нам нужна твоя помощь! Я не ослышался? Вам нужна моя помощь? Ты же поможешь друзьям! Друзья помогают друг другу, поэтому вы заботитесь обо мне. Да! Да! Я тоже должен позаботиться о вас, друзья! Настало время героев! Ой-ой, мой Геккомобиль! Если остался без своего автобуса, то вместо него я отберу ваши машины и покрашу их цвета ниндзя, черный и синий. Кэтбой, Олет, мне нужна помощь! Я уже иду, Гекко! Ха! Я освободилась! Ночной ниндзя! Герои в масках смогут победить всех ниндзя-лино! Помогать ниндзя-лино! А? Куда он делся? Кошачий суперпрыжок! Ай-я! Слепочки! Гекко! Олет! Я прилип! Ха! Тебе не избавиться от этих липучек! Ночной ниндзя! Немедленно освободи его! Ниндзя-лино, вперед!
Если мой шпион не хочет помочь мне проникнуть в вашу штаб-квартиру, придется делать все по старинке. Держите их, ниндзя-лино! Что же теперь делать? Ночной ниндзя использует наш штаб против нас! А? Ты мне помогаешь? Спасибо, крошка Ниндзя-Лина. Я очень благодарен тебе за помощь. Мы должны всегда помогать тем, кто в беде. Прости. Настало время героев! Так, если хотите, чтобы я вас освободил, быстро рассказывайте, как попасть в ваш штаб. Никогда. А? Что? Ты освободился? Именно так, ночной ниндзя. Ты никогда не захватишь наш штаб. Я, Кэтбой, остановлю тебя. А, так это ты освободил этого гадкого котенка, верно? Кошачий суперпрыжок! Приводишь! О, глупый ниндзя-лино! Я сам остановлю этих героев-вредителей! Липкий взрыв! Липкий взрыв! Липкий взрыв! Осторожно! О, прекрати помогать ему, маленький ниндзя-лино! Ха! Ха-ха! Кошачья суперскорость! Вот так! Совиный взгляд! Вон лунная девочка! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Используй когти, чтобы схватить микрофон. Когти? А как? Вон, та кнопка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Эй! Есть! О! Мотыльки! О, он работает! Ла-ла-ла! Олухи в масках! Вы испортили мой золотой микрофон! Он сломан? Это я виноват. Теперь концерт не состоится. Ты не виноват. Не укради она микрофон, ничего бы не случилось. Да, но я не должен был садиться за штурвал самолета. И я не должен был принимать ваши подарки. Простите, что заставил соревноваться за билет. Мы сами начали это соревнование. Извини, Олет. И ты извини. Я не хочу идти, если ты не сможешь. Забудьте о билете. Главное сейчас – это вернуть золотой микрофон. Настало время героев! Даже если он сломан, этот микрофон не тебе принадлежит. Отдай его нам! Хоть он и сломан, но он все еще золотой. И мой! 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 Олет, мы отвлечем мотыльков, а ты отбери у нее микрофон. Моя очередь! Суперскорость! Олет! Хватай микрофон! Скорей! Совиный ветер! Берегись, лунная девочка! А! Отстаньте, вы глупые создания! Фу, Гекко! Я знаю, мне еще хуже! Надо тебя помыть из водяной пушки Гекко-мобиля! Почему ты не скажешь, где он? Ты ведь его не потерял, надеюсь? Нет, я знаю, где он! Но дело в том... Дело в том... Я знаю, как остановить Ромео! Настал момент его самого атаковать! Гигантским яйцом динозавра! Это самое большое яйцо, которое я видел! Мой тухлонатор придаст ему идеальный запах! Гекко, стой! Нельзя его бросать! Я не собираюсь! Я всего лишь хочу его напугать! Вот так, мальчик-ящерка! Отлично! А? Вот гадость! А? Ой! Ой! Ха! Это яйцо такое старое, что, наверное, уже смердит! А после моей обработки запах будет просто убойным! Его никто не выдержит! Я завоюю весь мир! Ящерка!
Я схватил его так, как запаниковал. А запаниковал я так, как... не хотел вам правду говорить. Настало время героев! Я правда потерял гекомобиль. И без вас я не смогу его отыскать. Почему ты сразу не сказал? Потому что вы считаете, что я все теряю. Гек, вы извини. Мы не считаем, что ты все теряешь. Мы просто шутили, так как ты потерял несколько вещей утром. Теперь, когда ты нам сказал, мы начнем искать. Но как же мы сможем найти невидимый гекомобиль? Легко! Суперкамуфляж Гекона! Хоть я и невидимый, но яйцо все-таки видно. А знаете, кто обстрелял гекомобиль? Ромео! Ты гений! Будем искать яйца, висящие в воздухе! Я смогу его удержать! А может и нет! На помощь! Кэтбой! Где ты научилась так летать? Я бы в жизни так не смог! Ты просто ас! Спасибо. Похоже, я сегодня очень глупо себя вел. Ты уж извини меня. Все в порядке, Кэтбой. Лунаборд! О, мой милый Лунаборд, как я соскучилась! Настало время героев! Нам нужны твои навыки, чтобы поймать шар и спасти Гекко! Спасибо. Сделаем это вместе. Суперскорость! Совиные крылья! С дороги, лунная девочка! Я должна спасти Гекко! Никогда! Скачок! Мой лунный шар! Как его остановить? Кэтбой, действуй! Никаких следов. Постой, кошачий слух. Я не знаю, что это, но давай выясним. Черепашки в рубашках. Этот суперчих такой мощный. Тут нужны супермышцы. Что согнуло этот столб? Надо в оба смотреть. Это мог быть злодей. Гекко! Мы думали, это злодей. Я просто хотела вам сказать, что лунная девочка летит к школе. А почему ты не использовал коммуникатор? Ну, я думал, вам понадобится помощь. Ты никогда не перестанешь чихать, бегая по улице. Я... Я знаю. Пойду назад. Хорошо, а мы полетим в школу. Сообщи, если что-то увидишь. Рядом мотылек, а значит и лунная девочка. Они ведь не внутри. Я должен сообщить остальным. Но я могу выяснить, что задумал этот мотылек. Это более удачная идея. Эй! Я прослежу за этим мотыльком. Он приведет меня к лунной девочке. Погоди, мотылек! Держитесь!
телескоп. Против нас и лазер, и робот, и Ромео, и мотыльки, и лунная девочка. Это перебор! Нельзя вешать нос! Мы все уладим, если будем решать по одной проблеме за раз. И в первую очередь мы избавимся от мотыльков. Но как? Может, ты поведешь Кэтбой? Ты уверен? Я ума не приложу, что надо делать. Хорошо, Гекко, я поведу. А я постараюсь прогнать мотыльков. Мой выход. О нет, вы врежетесь в наш штаб. Совиный ветер. Осторожно, Кэтбой. Ого, мы чуть не врезались в собственный штаб. Извините, это я виноват. Если б я не переживала за того, что приходится делать все сразу, я мог бы помочь. И ты поможешь. Главное, помни, большую проблему следует решать, действуя постепенно. А Ромео, это очень большая проблема. Ты прав. И у меня есть идея. Настало время героев. Что? Нет! Брось, безумный космодин! Теперь, когда ты тоже стал неуклюжим, тебе придется всех сделать прежними. И не мечтай! Пусть я тоже буду скользить, спотыкаться и равновесие терять, но я не намерен уничтожать свой луч-неуклюжитель! Ха! Значит, всех можно вылечить, уничтожив луч? Я не это хотел сказать! Вау! Не суетись! Ты уже разболтал свою тайну! Ха! Вы слишком неуклюжие! Все, счастливо! Прямо! Нет, налево! Ты будешь меня слушать или нет? Ромео не сможет уехать! Вау! Но как нам его остановить? Я придумал! Когда мы боролись с неуклюжестью, все стало еще хуже! Мы разбили катмобиль! Да! Мы должны использовать неуклюжесть, скользкие пальцы, вращение и поскальзывание! Неуклюжая сила! Змейки на скамейке! Воу! Но лаборатория сильно виляет, так что надо быть осторожными. Она едет сюда. Готовы? И вперед! Суперскользкие пальцы! У-ху! Поскальзывание и кувырок! Сила вращения! План такой. Вы оба оставайтесь здесь, а Кикмаги разберется с ним. Что? Нет уж. Она права. Мастер Фанк разберется с роботом. А может, объединим усилия, как во вчерашней серии? Или как Флосси Флэш. Я могу... Подождать здесь? Отличная идея. Вперед! Хай-я! В общем, так, робот. Либо ты возвращаешь игровое оборудование, либо Мастер Фанк использует удар дракона. А Кикмаги удар торнадо! Ответ отрицательный. А? Ты вынудил нас. Ай-я! Все в порядке? Конечно. Мастер Фанк и Кикмаги крутые. Только обычно они друг друга не бьют. Может, мы вместе разберемся с этим роботом? Я буду Флосси Флэш. Извини, но она из других комиксов. Будешь Шариком, их помощником. При опасности лай! Гав-гав! Но я не хочу лаять, как собака. А? Эй, команда олухов! Смотрите и учитесь! Хватит глупить! Ты должен меня слушаться! Робот отвлекся. Это наш шанс. Согласен. Готов, Кикмаги? Еще бы! Я использую суперскорость, чтобы нанести удар журавля. А я использую суперсилу, чтобы нанести убойный удар. А как же я? Извини, но у Шарика нет коронных приемов. Ну ладно, вперед!
Я же вам сказала, я не шарик! Я буду Флосси Флэш! А, ты должен слушаться меня! Не должен! О, да брось! Эй, робот! У тебя последний шанс отдать нам оборудование! Я не собираюсь отдавать этого робота! Он мой новый лучший друг! А! Робот, ты проиграл! Кик Маги и Мистер Фанк всегда побеждают злодеев, даже если они роботы! И про меня не забывайте! Я Флосси Флэш! И я готова показать свой воздушный удар! Лунная девочка? Птички-невелички, надо сказать ребятам. Нет, птичка, оставайся и ешь. А я скоро вернусь. Я только что видела на экране лунную девочку. Она здесь. Ясно, давай. Стоп, что это? О, это еда для птички. Она казалась голодной. Надо было ее покормить. Я покормлю Гекку, когда мы разберемся с лунной девочкой. Она тебя даже не покормила, верно? Что ж, давай, делай, как я учила. А я отвлеку олухов в масках. Попробуйте меня поймать. Ой-ой, со штабом что-то не так. Я превратила его в гигантский лунный магнит. Вы не сможете попасть внутрь, так что скоро, благодаря птице, он притянет все, что есть в городе. Оно станет моим. Что? Это моя птичка сделала? Не может быть. Еще как может. Твой домашний питомец принес мой лунный кристалл прямо в ваш штаб. Но теперь, когда штаб стал моим, забирай свою птичку. Но как птичка могла так поступить? Может, дело в том, что ты плохо за ней ухаживала? Ты прав, Гекко. Если бы я уделяла ей больше внимания, этого не случилось бы. Птичка, если ты меня слышишь, то прости. Питомец — это не игрушка. Надо быть внимательнее. Я все исправлю. Настало время героев. Я собираюсь... Эй, смотри! Птичка! Спасибо, Кэтбой! Ну все, ночной ниндзя, ты нас разозлил! Эй, извини, ты что-то сказал? Тут так шумно, что я тебя не слышу! Звуковая защита очень мощная! Надо и у нас такую же сделать! Зачем? Нам шум не нужен! У нас есть чем остановить ночного ниндзя! Давайте остановим его с помощью наших машин! Как вариант! Или мы можем использовать шумогенератор. Ну, Олег, то, что он его использует, не значит, что он нужен нам. Кэтмобилю! Когда вы уже признаете, что моя крепость — это просто совершенство? Ну, давайте, скажите это. Никогда! Мы забираем у тебя автобусы. Кэтбой! Я хочу опрокинуть автобусы, ударив по ним хвостом. Отличная идея, Гекко! Но надо, чтобы они не повредились. Ой-ой! Начинается дождь из липких шариков. Устройте-ка им дождь. Вот! Как тебе такое, ночной ниндзя? Кошачье мяу? Встречай мой хвост! Воу! Воу! Ха-ха! Моя крепость сделана на совесть! Так просто! Вам ее не разрушить! Извини, Кэтбой! Я не знала, что Мега-Мяу тебя опрокинет! Да, этот Мега-Мяу был мега-ошибкой! Придется мне действовать. Гекомобиль в камуфляж. А,
герои в масках! Что это? Это пульт управления? У тебя зоркий взгляд! И, кстати, спасибо за детали из вашего пульта управления! О-ха-ха-ха-ха! Держу пари, детали из пультов остальных ребят тоже ты забрал? Конечно, ящерица! Как иначе я сделал бы пульт, который может это... Эй, что происходит? Прекрати! Дергающаяся ящерица! Ладно, шутки в сторону. С этим пультом управления я смогу делать все, что захочу. А я хочу, чтобы вы мне помогли. Помочь тебе ни за что и никогда. Никогда не говори никогда, герой в маске. О нет, он управляет мной. До скорой встречи, герои. Я одолжу у вас эту птичку. Дрожащие перья. Ребята, вы мне поможете? Давай спасем Олет. Ты готова? Готова? К чему я? Ты что, заставляешь меня воровать? Ну да, а что такого? Принеси мне еще пультов управления. Вот это мне нравится. Вон они! У меня есть идея! Если подберемся к лаборатории, я применю маскировку. Проникну внутрь и заберу пульт у Ромео. Хороший план, но у меня есть еще лучше. Я подъеду туда, где Олет, а ты подпрыгнешь и спустишь ее. Прыгать? Но я не умею так хорошо прыгать, как ты. Напоминаю, Гекко, я глава команды. Все под контролем. Помогите! Не волнуйся, Олет, я иду к тебе! Лучше отключить свои зацепки. Говорил же, что я плохо прыгаю. Ты был недостаточно подготовлен к моему плану. О? Ничего, скоро я придумаю новый. Обещаю. Олет! Очень мило, птаха, но краска меня не остановит. Это мы еще посмотрим. Олет, ты поможешь? А! Спасибо, но этой краской ты могла испачкать все произведения искусства. Ты же не хочешь, чтобы все картины выглядели как твоя статуэтка? Но я не хотела попадать в картины. Я хотела испачкать краски ночного ниндзя. Доберусь до него другим способом. Нужно узнать, куда он отправился теперь. Скорее всего, продолжать воровать картины. Да, в некоторых местах много произведений искусства. Например, в музее! Вперед! Ты и ты, отполируйте мой шедевр! А остальные спрячьте все картины где-нибудь в музее. Как удивительно! Как талантливо! Какой потрясающий экземпляр! Я самый лучший художник всех времен и народов! Это то, о чем я думаю? Это гигантская статуя ночного ниндзя. Давайте подберемся поближе. Маскировка Гекомобиля. Поразительно! Ого. Нет, это ужасно. Спускайтесь. Я не хочу, чтобы вы случайно сломали мой шедевр, как ту статуэтку Флосси Флэш сегодня в школе. Так значит, они случайно разбили твою статуэтку, Олет? А? Как вы посмели пачкать мой прекрасный шедевр? А ну, сотрите все сейчас же! Так, ну что, вы уже закончили прятать все картины в музее? Хорошо, скоро я избавлюсь от них навсегда! Олет, ты в порядке? Да, простите. Зачем я подражала Флосси Флэш? Я Олет. Теперь Ромео украдет драгоценные книги. Я их уже украл. И скоро в них появятся мои фото. Скорей, лети за ним, а мы за Кэтмобилем. Хорошо. В этот раз я воспользуюсь силой совы. Настало время героев. Зачем ей книга о Флосси Флэш? Совиный взгляд. Так, птичка мне нашептала, что ты... Вон там. Кэтмобиль, прячься! Вовремя! Держи, натяните ее между тех двух деревьев. Пониже.
Чтобы остановить Ромео, надо сначала остановить его робота. Что теперь, Олет? Теперь великолепная Олет воспользуется своей суперсилой. Во-первых, я использую совиные крылья. Затем совиный взгляд. Юху! Гляди, Ромео! Моей любимой книги у тебя нет? Что? Взять ее, робот! Придется получше постараться. Отдай книгу. Стой. Попробуй забрать. Хватит бегать. Остановись хотя бы на секунду. Скорей, робот, поймай ее. Ха! Ты водишь. Нет, робот, эй, стой. Ай-яй-яй. Твоя книга Флосси Флэш все же пригодилась. Вставай, консервная банка! Ай, спасибо, хозяйка, я чувствую себя гораздо лучше. Что? Олег, тебе не хозяйка! Я твой хозяин! Кэтбой, дай мне использовать прыгодозер! Я смогу Ромео остановить! Нет, Гекко, только я! Кэтбой! Ладно. Если нельзя использовать прыгодозер, я использую реактивный ранец. Нет, Гекко, будь осторожен. Этот ранец очень опасен. Смотри, не сломай мой ранец, летающий ящер. О, нет, Гекко может пострадать. Надо было дать ему прыгодозер. Кэтбой, на помощь! Спокойно, Олет, я тебе помогу. Наконец, совиные крылья. Ой! Этим ранцем непросто. Берегитесь! Ха! Наконец-то реактивный ранец мой! Теперь я могу захватить весь мир! Так, что же мне использовать? Слизимет или, может, пальцы тык? А, стоп! Я же хотел применить пушку-загасушку! Я просто гений! И что теперь будем делать? Есть одна идея! Серьезно, Кэтбой? Ты опять будешь скакать на прыгодозере? Нет, я знаю, что мне далеко до Гекко. Поэтому, как герой, я уступлю это право ему. Змейки на скамейке! Запрыгивай, Кэтбой! Поскачем вместе! Вперед! Кажется, я знаю, кто это поет. Скоро ниндзя-лино станут суперсильными. Ночной ниндзя! Его ниндзя-лино украли спортинвентарь! Привет, герои в масках. Верни спортинвентарь, ночной ниндзя. Он нужен детям. Нет, он нужен мне и моим супер-ниндзя-лину. Они становятся все сильнее и крепче. Скоро я смогу научить их своим супер-приемам. Им не стать такими сильными, как я. Давайте спасем спортивный день. Я с ними разберусь. Ящерки в ящике. А ну-ка отдай велик. Он нужен детям. А? Что? Хватит! Эй! Вау! Ого! Они и правда стали сильными! Да, они почти готовы тренироваться со мной. Я сказал почти. А пока идем на следующую площадку. Страница. Неплохая попытка, но мы справимся с ними только втроем. Нет, ниндзя-лино совсем крошки. Я с ними легко справлюсь. Идем!